Так, первая новинка. Это новшество, ноу-хау, можно сказать, в этой сфере, именно по поводу передачи пчелопакета. Это вот таких вот картонных коробках. Вот я хочу это все испытать. Давайте посмотрим, как оно здесь все фиксируется. И ну, после я скажу, как оно все в деле. Но на самом деле вот так. Это картонная коробка. Вентиляция здесь присутствует. Посмотрите, здесь с этой стороны, здесь с этой стороны. Вот, открываем. Я здесь поставил здесь 4 рамки. Это на 300 рамки получается у нас. Что я могу сказать? В принципе, это дело может пойти в сферу пчеловодства. Однозначно. Потому что, смотрите, первое, это фиксация сверху идет рамок. Вот, они уже здесь никуда не уходят. Плюс, доставай дальше. Вот рамки, да? Ну, на 300 здесь можно ставить, мне кажется, на 230 рамку. Вот это не имеет значения. Вот, дальше. Что самое главное, здесь тоже есть фиксация еще внутри рамок, чтобы рамки при транспортировке они не бились и не гуляли туда-сюда. Также она фиксируется, это все с картонной коробки, без проблем. Я думаю, это нормальный вариант. Плюс цена. Цена это против ДВП. И извините, по весу это просто супер. Это, я думаю, это очень интересно будет для всех. Сейчас еще распакую вот такую вот посылочку, тоже с магазина Ульин. Заказал здесь коробки для отводков и пчелопакетов. Сейчас мы ее распакуем и поедем устанавливать приманки и проверять ловушки. Я эти коробки заказал для использования их в качестве временного улья, так сказать. Буду делать в них отводки, и отводки временно будут жить в этих ульях, так сказать. Коробки картонные, с хорошего материала, прочного. Я вам сейчас покажу это все дело. Но собирать мы их не будем в данном ролике. А я уже покажу вам собранные. Кому интересно, как эти коробки собирать, я оставлю ссылочку в описании, там вы сможете посмотреть подробно, как эти коробки собирать. Сегодня я вам покажу просто уже готовую коробку, покажу, как она выглядит в разборном виде, и покажу уже, как она будет выглядеть, когда будет собрана. Так. Тут у меня 5 коробок, то есть можно заселить 5 отводков. Все хорошо упаковано, чтобы ничего не помялось, не придавилось, ничего. Так, что у нас идет? Получается, идет крышка. Вот такая вот просто крышка идет. Так, вот у нас тут 5 крышек идет. И вот в таком вот виде идет сама коробка, которую мы будем собирать. Сейчас мне перейти в дом, потому что на улице начался сильный дождь. Собрал я вот уже коробку. Значит, в наборе идут вот такие вот упоры для того, чтобы рамка была зафиксирована хорошо при перевозке пакета, отводка. Этот ящик можно использовать как на 4 рамки, так и на 6 рамок. Также идут вот сеточки вентиляционные, которые ставятся вот сюда. Но я тут окошко не делал, так как перевозкой я не буду заниматься. Мне нужны эти коробки для временного содержания пчел. Вот тут я сделал такой вот литок, он в принципе идет выдавлен, я его выдавил и вот так вот открыл, вот. Там вон, видно, рамки уже стоят. Вот идет крышка у нас, очень даже плотно сидит. Все это дело я собрал на скотч, так как у меня степлера нет. Если был бы степлер, то выглядело бы это немножко красивее, так как, ну, скотч немножко портит вид. Но степлера у меня нет, поэтому я делал все скотчем. Поставил я 2 рамочки, только у меня только 2 рамки было сбитых. Больше я не подготовил рамок. Не успел подготовить, поэтому поставил только 2. Вот идут, значит, вот такие вот упоры. Вот, все хорошо сидит.
можно поставить вот, вот так вот это все дело ставится. Ну, тут еще две рамки можно поставить. И вот так вот эти упоры ставятся. То есть при перевозке у вас рамка об рамку биться не будет никак, а будет хорошо зажата. И идет два вентиляционных отверстия вот так вот. То есть сюда мы крепим сеточку. Я там просто не выдавливал окошко, но оно выдавливается и так само с этой стороны. И вот я сделал вот здесь вот литок. Вот такой вот прикольный, достаточно хороший ящик. Кстати, картон даже очень плотный. Ящик, собранный для перевозки пчелопакетов, отводков с вентиляционным окном. Вы можете посмотреть по ссылке в описании. Я просто собрал для установки ловушки, к примеру, можно ее использовать для временного содержания, как я уже говорил, я буду использовать. Поэтому мне вентиляционные отверстия не нужны. Будет достаточно мне одного литка, поэтому я их не ставил. Но в комплекте все это есть. Две сеточки идет, то есть спереди и сзади. Уважаемые пчеловоды, вас приветствует своя пасека. Меня зовут Сергей. В этом году пчелы перезимовали не очень хорошо. Мы приняли решение делить семьи на три части. Так как имеем два пчелоточка, будем перевозить пчел с одного места на другой, для того, чтобы не слетела летная пчела. И потом подсаживать плодных маток. Для этого мы остановили свой выбор на новинке. Это картонные ящики для перевозки пчелопакетов. Итак, вот по сути вот эти вот картонные ящики. Сейчас будем вместе с вами собирать и смотреть, что из этого получится. Итак, мы имеем вот такой вот картонный ящик. Это новинка 2017 года. Он изготовлен из плотного трехслойного гофрокартона. В комплекте идут вот такие вот сеточки для вентиляции. Так, по сути, идут вот такие вот сеточки для вентиляции пчелосемей. Думаю, лучше собрать степлер. Крышка закрывается довольно плотно. Вентиляционные отверстия можно открыть. Здесь имеется виток. Прилетная доска, так сказать. Так, наши вставочки. Собирается тоже довольно плотно.